Мы продолжаем играть. Сегодня мы отправляемся на реку Припять. В прошлой выпуске я обновления рассказал, какие есть. Мы купили випочку, много чего сделали интересного. Не забывайте подписываться. Устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Берите вкусняхи и давайте начинать. Для Припяти, что нам нужно в первую очередь? Вот это вот дозиметр информирует о радиозаражении местности и радиоустойчивости персонажа, необходим для посещения реки Припять. Дальше у нас идет. Пропуски не нужны. У меня есть большая синяя таблетка 75. Восстанавливает радиоустойчивость. И за один поход в зону можно принять одну синюю таблетку. Это 75. И 99 красная таблетка. За один поход тоже только одну таблетку. А на Сянус идет 99. И я купил самый крутой костюм Фукусима 3. Увеличит радиоустойчивость на 300%, когда находится у игрока в инвентаре. Ну, это самая крутая. Да, самая крутая. И, по-моему, больше нам ничего не нужно. Мы сейчас еще зайдем вот сюда вот и посмотрим, где у нас по костюмам. А это что такое? Уха волжская. Но новое добавлено. Так. Это у нас идет 150%, 100%, 75%. Ну да, получается самый, да. Я все-таки самую крутую купил. А вот эти что за таблетки еще дают? 66% радиоустойчивости. 50% радиоустойчивости. Ну, можно и этих по одной купить. У меня же их нету в инвентаре. Смотрим. Да, у нас подготовка. Я в первый раз на реку Припять иду. Ну, вот теперь, наверное, все. Давайте отправляться на реку Припять. Чего-чего? Всем приятного просмотра и давайте начинать смотреть. Тебя тут никто не ждет. Задача выполнена.
получили медаль. Задача выполнена. Здравствуй, чужак. Задача выполнена.
Задача выполнена. Короля,
Задача выполнена. Задача выполнена. Здравствуй, чужак.
Вы получили медаль. Thank you.
Друзья, я даже не заметил, как время у нас подошло к концу. Обалдеть, я так был увлечен. Вот такая вот локация. Спасибо всем за просмотр. Не грустите, не болейте. Мы обязательно будем здесь дальше ловить. Я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока. Будем надеяться, что по максималке мы тут как можно больше рыб да и выловим. Я имею в виду зачет. Всем-всем пока. До новых встреч.